И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, как всегда, отличное настроение, и как же давно мы не играли в Scrap Mechanic. Димончик, поздравайся. Всем привет. Мы приготовили новые постройки, а скорее всего Димон приготовил новые построечки. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. Димон, удивляй. Давай, я уже заскучился начнем. За этой игрой. Начнем. Ого. С сюрприза, как всегда. Lucky Blocks. Не, ну, может быть и Lucky Blocks, я не знаю. Вот здесь кнопочка, ребят, три вопросика, нажимай, Димас, не? Я нажму, давай. Я на потом нажала тоже. Так, сюрприз. Это диван? Это машина? Это машина? Так, я отодвину. О, прикольно. Да, тачка. Сигнал прикольный. Неплохо, Димончик. Я думал, что сюрприз будет какой-то другой. Не, мне нравится, классно. В салоне так уютно. Едешь, дрифтуем. Тарахтишь. Прикольный дрифтец, нормальный. Ой, что это, я вылетел сразу. Да ничего страшного. А, это дверь открывать? Так, по старой, ребят, традиции, мы будем это все взрывать. Я первее всех. О, наконец-то. Первая постройка сделана. Да, сделана с душой. Так, вот, ребята, следующую смотрим. Это у нас робот. Ого, это робот здоровенный. Робот-мех называется как-то. Смех? Робот-смех. Давай-ка, Димас, вот сюда садиться надо. Как-то стрёмно. О, неплохо. О, блин, новые технологии, ребята. Новые постройки. И чё, дальше, Димон? А мне этот робот нравится, он такой прикольный. Так, на кнопку нажимаю, смотри. Ты какой-то медленный. Вот это да. Ты пока наведёшься на кого-то, тебя развалят уже. С таким оружием, Димон, тебе только мух отпугивать. Ого! Смотри. Что это у него выезжает? Это типа выдвижной меч. Плохо. Пострелял, а потом ой, что-то от... Я тебе в глаз тыкнул. Типа, да тебе картофелемет там развалил уже. Ты мне стекло разбил только и все. Да нет, что-то отлетело. Ну-ка давай постреляй еще, что отлетит. Давай. А, нет! Да! Блин, вот это фейерверк. Красота. Давай еще взорвем. Мягкая посадка, нормально, мне нравится. Еще разок. Так. Димончик, стой! 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 Давай заново. Миша, все фигня. Во, это Бонька. Гитарист. Бонни работает, да. Очень быстро рукой ставит он. Так, давай на работу, Бонни, у нас сегодня. Оу, танцуют все. У него даже музон какой-то играет, слушай. Прикольный. О, Димон, смотри, какая у меня есть для него бомбочка. Пиписечная. А если мы немножко подкорректируем, вот нос тебе уберем. Давай. Димон, что-то у него... Что-то с ушами. Давай маленькую бомбочку, эту писечку взорвем. Ого, она взрывается. Димас, а ничего не случилось с его телом? Смотри, оно как было, так и нормально все. Сейчас мы это исправим. Так. Пойдет? Димас, какие-то крепкие кубики. Реально, смотри, они не все разлетелись. Это бронированный Бонни был, это непростой. Согласен, он очень крутой чел. О, покебол. Это будет сейчас тачка по любасу. Тачка, о, конечно. Помню тачка. Эту постройку. Давай, Дима, покажи силу. Не, это новая какая-то постройка. А это быстрее. Ногой своей забронировал. А, нет, да. Есть! Щетка. Очень сложно, но попал. Попал в точку. Прям молодец. Смотрим следующую постройку. Это Фокси. Ой. А так и должно быть? Может, включим кнопочку, наверное? Не знаю. Тоже музон. Он танцует. Чё, а что с ним не так? Что у него с ноги какие-то? А там типа танец у него живота. Танец с одной ноги, короче. Неплохо. Новые танцы одной ноги, ребята. Ловите тренд, танцы на одной флексит, ноге. Флексит. А, флекс пошел. Так, убираем. С такой так. Музыкой только флекс сделать. Так, стой. Давай-ка мы ему немножечко уберем эту ногу, которая все время ему ломается. Так. Давай. Ну. Во, а сейчас он как человек, нормальный. Фокс, на. И... Погнали, ребят, смотреть, что так, за пиццерия. Так, это у нас пиццерия... ФНАФ. Сейчас. ФНАФ какой? Только... ФНАФ... ФНАФ... 6. Нет. Я не знаю. Димас, подумай. Надо... Давай, подожди, да, я покажу. А смотри полностью всю пиццерию, а потом сделай уже вердикт, а не гадай. Хорошо. ФНАФ 2. Да. Это вторая часть. Неудивительно, Димон, что она подвисала. Да. Оно того стоит.
подвисала как раз таки из-за этого, ребят. Ох, какие тут туалеты крутые. Так и хочется в них посмотреть. О, нормально, я присел. Будем ее взрывать или просто удалим? Наверное, взорвем. Так, марионетка на своем месте находится. Марионетка, ты где? Марионетка, ты тут? Так, я уже пару бомб поставил здесь. Я уже чувствую. Но мой компьютер чувствует, что ты их ставишь. Да? Ну тогда не будем сильно много ставить. Так, все, Димас, я вышел, отошел, можешь взрывать, Димас. Я посмотрю. Да стой, 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 стой. Я еще не вышел и не отошел. Я в туалетах заблудился, иду. Давайте еще тут поставим. Отлично. А, ты всю пиццерию обставляешь? Не, не всю. Только часть малейшую. Какая пиццерийка. Какие бомбы красивые, а? Так, а? Давайте выйдем вот таким образом. Бомбы вообще шикарные, если честно. Тут еще куча механизмов. Я могу прям со сцены выйти вот так? Димончик! Нет, подожди! Да! Все разлетелось, даже движки и всякая мотня была. Ну, классно. Да, вся пиццерия в минусе. Смотрим. Очень изично разлетелось. Тоже. Спринтрап, а не Фредди. У них что-то с ногами, Димас, надо им вот так вот ноги отпиливать, короче. Так он будет падать сразу, как алкаш. Не-не-не. Тут что-то вот в это, вот этой части ноги что-то не так. Во! Вот теперь нормальный. Вот теперь пойдем. Бум! О! Железный челик. Железный челик. Нормально он выглядит, кстати. Прикольно. Ну, большой. Давай как-то его попробуем запустить. А где я? Я не вижу кнопки. Я тоже. Он обычный, он, наверное, без механизмов. А, нет, есть! Есть, все есть у него. Это лучшая постройка, пока я видел железного человека. Особенно на картофанах прикольно. А давай посмотрим, ты бомбочку маленькую утянешь? Утяну. А еще стой. Посмотрим его на тягу. Давай, давай, попробуем. Ну, кстати, у него сенсоры, они... Смотри, его какой тебе ускоритель поставил. Не? Не тянет Димончик на спине вот эту штуку? Такой звук класс, да, издает? Так, чтобы мягкая посадка была. Ничего себе мягкая. Представляешь, если бы это было жесткое, ты бы разлетелся на мелкие куски. Так, стой, будем тебя взрывать сейчас. Я сейчас тебе бомбу прицеплю, ты взлетишь, я тебя взорву. Ты какая-то балерина какая-то. Стой, не шевелись, ты сильно резвый мужик. Это он уже сам ходит, это не я, Димас, нажимаю. Че, не могу бомбу приклеить? Потому что некуда, походу. А, не, вот-вот-вот, подожди. Ты уже куда-то на спину приклеил. Так я ж хочу небольшую, такую вот. А ну лети вверх. А, не можешь попасть. Не могу! А, попал. Нет, 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 нет. Это чика поломатая. Не, нормальная. Как-то рахитная. Как-то странно, она смотрится хороший. Очень. Как будто она болеет анорексией какой-то. Не-не-не, хороший, ты чё? Хорошая чика выглядит. Я сделаю, я сейчас ее посвящу в аниматронике. Специальная есть. О, какая она это. Глаза-то у нее какие, видел? Розовые, прям светящиеся. Какой-то убийца, а не аниматроник. Сейчас я ее побью. Все, да, посвящаем тебя в аниматронике. Бум. Вертеть клешнями. О, она же садится, когда я бомбу ставлю. Не тянет, не... Что-то он не тянет, Димон, такой вес большой. А я даже ничего... О, смотри, какие у него... Ого, еще наклонился сильней. Во. Сейчас мы ему центр тяжести выровняем. Все, Димончик. А что-то у тебя внизу там педали, это как в Флинстонах, что ли? Не знаю. Открываем. Ого, штуковина здоровая. Я чуть не раздавила. Тут две тачки. Три. Это луноходы какие-то, да? Удаляем. Я гоняю, Димас, меня удали, пожалуйста. Сейчас, 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 Димончик. Давай. О, отлично. Я сзади сажусь, Димон. Давай. Сейчас, 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 стой. Что, не умеешь? Поехали. Давай, Димончик, вези меня. Ого, сигнал, как на Титанике. Вези меня за картошкой. Такая медленная.
Димончик, может скорость движка сделать сильнее? А ты ну-ка найди, я просто не знаю, где. Сейчас сделаем, я профи. Я что-то не вижу, со стороны не видно вообще движков. А тут лишние запчасти надо убрать. Да, сейчас. Я профессиональный чинильщик. Мое сиденье приехал... сейчас отломится. Ты приехал по адресу. А, я нашел, оно около колеса, Дима, сбоку, оно в боковине находится. Находится в боковине, Димас, а не в жопе. Вот, да, вот здесь вот, видишь? Ага, вижу. На всю вкрутил? Все, да. Давай, садись. Ого! Где мое колесо? Да я немножко разобрал больше запчастей, чем надо. Это здесь лоурайдерская какая-то дрифтовая тачка получилась. Так, есть еще одна. Ладно, это мы... Ой, меня что-то аж выкинуло оттуда. Так, а вот это что такое? Бери маленькую, выгоня, она мне мешает. Это что такое? Это что, прицеп? Ха, прикольно. Димас, давай я буду в багажнике. Давай, я разворачиваюсь. Ага. Так, посмотрю, где тут движок находится сейчас. А, нашел движок, давай я тебя немножко подшаманю. Давай съедем. Так, шамань. Так, вот движок. Так, подвеску немножко цепанул. Да ну что ж такое, что подвеска-то цепляется? А вон спереди вижу. Во, двигатель на максималку. Подожди, сейчас сяду. Багажник, давай, поехали. Готов? Да. Вот это пойдет. Ого. Это специальные трюки делать. На тебе, на кувалды. На. Давай, Димон, а ну положи мне бомбу. Или давай, сколько она потянет бомбу? Бомбу. Мне бы её найти бы тогда. Ого, она присела аж немножко. Давай, Димас, поехал. Здесь вот сейчас... Да! Сильно демонизично. Вообще. Давай еще парочку поставлю. Сюда сбоку и сюда, чтобы равновесие было одинаковое. Давай, Димас, садись. Вообще, Димон, то что такое? Давай еще равновесие, чтобы было одинаковое. Так, давай, поехал. Димас, у тебя не тачка, у тебя ракета, подожди. Спереди поставь. Стой. Да, сейчас поставлю. О. Секундочку. Вот так вот, равновесие теперь вообще идеально вообще, равновесие. Ну что такое, она едет и едет. Едет и едет, давай еще. Сейчас. Димас, говори. Вот это бомбу нацепили, пойдет. Вот, давай, все равновесие держится, все нормально. Блин, Димас, это какая-то грузовая тачка. Это специальная машина для тягания бомб. Для тягания бомб. Так, сюда поставим. Сюда поставим. Все, давай едь. Да ну тебя, Димас, давай взрывать. Взрывай, я еду, давай, на ходу. А у меня пушка. А, вот есть пушка, нашел. Я назад еду. Все, Димас, пока, прощай. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рыбу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и все, пока.